В рамках реализации проекта «Крепкая семья» одинцовские единороссы приняли участие в новогодней акции «Елка во дворах». Семейный праздник прошел на площади перед новым Домом культуры в поселке Горки-10. Для участников были организованы интерактивные игры и развлечения на свежем воздухе. Новый ДК открылся весной этого года. Это универсальный клуб, в котором есть спортзал, библиотека, кабинеты для кружков, музыкальная и театральная студия, холл с зоной настольных игр, киноконцертный зал с кафе и буфетом.